Короче, какие у нас правила этой игры? Мы играем сначала одну карту «Мираж» до 16 раундов, это уже 30 раундов. Дальше мы играем «Аимку», это уже еще 30 раундов. Потом играем мы режим «АОП», это еще 30 раундов. И еще играем один режим, который останется в секрете. Ну, это хорошо кликать для СВП апса. Я такой кайф получаю сейчас от КСа, просто не понимаю. Вот шарик у меня. Хорош. Пусть шарик. Хорош! Эрик! Ну, кстати, мне игра понравилась. Моменты были, играл хорошо. Он тоже хорошо играл. Хеннесси, да? Да. Без шуток, он нормально играл. Он играл на уровне Мигараша 3000 элла, на уровне меня 15000 элла. Ты хорош. Да. Всем здорово, меня зовут Шак, и сегодня у нас последний день в Мурманске, через 15 часов у нас вылет в Питер, и вот с этим человеком, ты что? А что это такое? Это из Альента? Да. Прикольно. В общем, мы решили сделать очень интересную идею. Мы сыграем не обычный матч на 30 раундов, а именно на 90. То есть будут 3 в одной катке. Да. Да. Но у нас сейчас будет а-ля фейс или уличный какой-то футбол. Мы будем просто пикать по одному игроку в нашу команду. А, вот оно как. Ты первый начинаешь пикать, давай. Так, почему я? А давай на камень ножницы. Давай, один раз. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Я выиграл. Нет, ты выиграл. Я выиграл. Ты выиграл, да. Я выбираю. Окей, ты Вера. Так, кого ты выберешь? Я 3000 элла выбираю. Так, я не понял, подожди. Он был в моем иммунитете, чувак. Не, я не играю. Перезаписываем. Перезаписываем до моей победы. Хорошо. Тогда я пикаю, знаешь кого? Он улыбается очень сильно. Так, хорошо, хорошо. Алик, иди ко мне. Так. Да. Я думал, он не выберет. Кто глобал? Ты кто? Лем? Не оставляю. Так, я беру вот этого человека, который похож на BTS. На кого? Какое звание? В общем, и наконец-то, ко мне в команду идет. Иди ко мне. Йоу, чувак, это был... Это, я не ошибся. Я сразу хотел... А какое у вас звание? Бери побольше, человек. Хорошо беру. Не знаю, я идеально пикаю, по-моему. Слушай, чувак, ты идешь ко мне. Так, ладно, у меня легендарная пати. Мегараж. Никита. Эрка Флейт. Рафаэль. А, Рафаэль. Рафаэль. И Джонни. Так, ну что, все готовы? Наша команда называется Сайбершок. У нас мотивация просто море. Просто ее очень много. Ваша команда как называется? У нас команда Underground. Я предлагаю начать запись с того, что мы спустимся до его шнурков и начинаем. Вот так и снимается, да, капитан. А знаете, что будет с этими шнурками через 3 часа? Вот это пиф! Короче, какие у нас правила этой игры? Мы играем сначала одну карту «Мираж» до 16 раундов, это уже 30 раундов. Дальше мы играем «Аимку», это уже еще 30 раундов. Потом играем мы режим «АОП», это еще 30 раундов. И еще играем один режим, который останется в секрете. Ну что ж, всем приятной игры, погнали! Олег, как настрой на бой? Я готов побеждать Эрика команду, не подведу, Сайбершок вперед. Как настрой на игру? Настрой прекрасный, я думаю, закроем Эрика 16-7. Так, может быть, какие-то слова для команды соперников? Шалом, 3 Кайла здесь, везде мы их убьем. Понял. Я готов уничтожать, поэтому сейчас залетаю в этот зал, поэтому приятного тебе просмотра, а мы полетели уничтожать эту команду. Давайте их уничтожим, чтобы они бы не вот эти не выеживались, а? Не хорошо. Хорошо. Ну вот и все. Шорт. Лицо сломано. Меня сломано. Тупка. Понял. Хорош. Два под один джангл. Два под один джангл. Да. Мне кажется, они пиццы тянутся. Найс. Флэш кидай. Не прощай, бро. Между! Найс! Найс, дядь, хороший, ебать, да шо, блядь, он почему не в нами до сих пор? Блин, ужасно, пацаны, мы же вылетели на хорошо. Почему закончилось так неудачно? Алик, ты наш кэп, давай. Кол. Дайте флешки в рампу. Да, давай.
Он вышел. Understairs. А ну домой этот шок поехал реально со своими этими вершоками. Бля, калаш забирай. Ну не байтите! Убил. Хорош. Найс, копленд. 3-2. Где? Сейчас там не запомнил. Гайс. Пакин сити, гайс. Боже, вот и гейминг, дюд! Хорош, дружище. Ты реально хорошо сыграл. Помогите, fucking middle, guys, destroy, bro. Как же он сел, как же он играет, как же он и... А он как бы идет. Алекс сел в яму. Через 3 секунды он увидит противника. На счет 3. 1. Я дебил. 2. И 3. Я подожду просто. Как же он позиционирует прицел, а? Хорош. Бля. Бэпс. Справа и бэпс. Бэпс и Эрик. Кар. Давай, Эрик, твой. Хорош. Лаги, я вас люблю. Лаги, возвращайте. Обожаю лаги. Алик подкрутил, подкрутил мне лаг. Да я вик, да я вик, Эрик. Был конак. Шот живой, да? Сзади. Кичунч. Синий. Ок. Боже, чувак, кто это? Кто это? Кто это? Кто? Молодец, я не жалею, что тебя взял команду. О, как мило, да? Да. Гоби, 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 гоби. Все, давайте начинать играть уже что-то это. В смоку. Нет. Возьмите один кичен, я шорт взял. Блять. Братан, синий, можешь не байтить? Иди первым всегда. Ну, не иди в спине, не иди, иди первым, не байте нас всех, пожалуйста. Так, дроп кому-то надо, я могу дать. Дам. Ты ебаная хуйня, блять. Сори, дядь. Пацаны, давайте раскидаем и выйдем. У меня нет смока, я паузу сыграю с Эриком. Го назад, Эрик, го назад. Да, кинь флеш, Эрик. Откуда? Придумай ее, откуда, вообрази ее. Двое сайт! Сайт ласт! Там же! В дефолт go! What? Блин, ребята, я не знаю, мне некому... Тупо мега флики. Сразу видно. Не, ну чувак, блядь, вообще один понял, один что произошло? Тебе не кажется, что в клатчах один в один всегда лагает? Да, это пиздец. Да-да-да, есть так. Он сайт. Хорошо! Я вообще нихуя не понимаю в этих наушниках. Спина двое. Это... Короче, 8-7, пока я показываю скиллов, максимально вообще пока, еще вторая половина, пока очень кайфно, реально, я такой кайф получаю сейчас от КС-а, просто не понимаю, очень приятно играть, кайф поны. Эрик, умеешь флешки на мид кидать? Да. Са. Давай, чтобы давай, флешить мид. Да, давай. Давай, пошел. Давай, брат, давай, давай, давай. Шла флеш, давай, выходи. Топ мид. Алик, Алик, топ-мит, один. Мщу за тебя, бро. Сити, сити вылет. Хорош, Эрик. Один КТ. Блять, Эрик, что ты делаешь, нахуй? МТ. Синий. Все, ладно. У тебя с КП коннектор будет через секунду. 1, 2, 3. Коннектор проверяйте. Он больше никуда не пойдет. Молод. Хорош.
Ну, 3000 ело, да, говоришь? Ну, лоб. Можно мне авик, я встану, буду чекать яму. На, ну, хорошо кликать для СВП апса. А, Фелос. И яма двое. Алик! Алик! Коннектор? А, нет. Молодцы! Два, три. Сайбершок! Лучше Эрик убить. Хорош. Гоу, Эрик, запушим вместе. Пусть, Эрик. Хорош! Эрик! Сайбершоу. Эти ребята не для меня, ребят. Мне нужны пожёстче. Согласен. Гоните 3500 ЭЛО. 3000 не хватает. Аккуратно, сейчас фаста будет. Аккуратно, Эрик. Рампу контроль, сейчас мэйби на ноге кто-то будет. Чувак, просто вылетаю. Хорош, вам. Лапс подрывает. А-а-а! Справа от кичена. Шруди. Кичен. Кичен. Убивай, кичен будет. Минус 50. Минус 50, вас кичен вышел. Слева, за сайтом слева, Да. Уже за сайтом. Справа тип. Да еб. Ребят, Б есть. Б много. Хорош. Помогайте, бэк! Двое уже бегают. Ребята, давай просто убиться. Все, на пса играет. Можешь за диффузи. Нет, я бегу. Все, плохо, ребята. Это, ребята, яма выходит. Найс. Ну, я просто, я просто решил не отдавать им этот 15, ребята. Хорош, братан. Не, ну это бред. Прошел. Все, ну, по 15 раундов взяли. Хорошо, блядь! Мы доиграли первую игру, сыграли 15-15, допы не начали играть, потому что, ну все понятно, 15 раундов они, 15 раундов мы. Идем на следующий режим и посмотрим, что получится. Ну, кстати, мне игра понравилась, моменты были, играл хорошо, он тоже хорошо играл. Хеннесси, да? Да. Без шуток, он нормально играл. Он играл на уровне Мегараша 3000 элла, на уровне меня 15 тысяч элла. Ты хорош. Вот этот парень, он ни слова не сказал в катке. У меня микро не он думал, что он говорит, но мы его не слышали. У меня микробус выключился. Вот так. Но ты фраги делал больше, чем твой друг. Я поиграл, мне очень было комфортно здесь играть. Вот без шуток комфортно. Я только мышку свою поставил. Мышка мне не понравилась. В общем, я рад. Сейчас я хочу играть следующий режим, и это будет АИМ. Вот так вот у нас проходят, парни, киберспортивные матчи сегодня. Погнали, давайте. Хороший Эрик. Чуваки. Да, брат. Спасибо. Быстрее. Тут ловить моменты, когда они отвлекаются и можно убивать. Так, пацаны, это ужасно. Молодец, Мик. Мегараш. Молодцы, прям Хеннесси хорош. Вот такая хуйня вот эта полная, блядь. Вот так играть. Справа. Там. Бля, мне её что-то не получается. Всё, камбэк пошёл. Кулачки. Да не жёсткий, Шруди лоб. Справа, значит. Хороший. Я его не видел. Найс. Убил двоих.
хорош. Нормально. Настрой. Все справа, все справа. За ящиком. Справа, справа. Хорош. Nice. Давайте, еще три раунда. Энто. Фух, это неприятно. У нас 5 раундов просто в никуда. Короче, такие вот дела. Проиграли Аимку. Счет у нас общий 31-26. Сейчас мы должны... Мы не должны даже 10 раундов отдать. Короче, пацаны, что вы? Аимка жесткая, да? Шруди, я тебя ненавижу. Что это было? У тебя 3000 или 3 стояло, я в итоге не понял. Я не знаю. Ладно, заходите сейчас в пати. Ну, хорошая Аимка была, мне понравилось. У нас чел, конечно, один на ФК был. Ну, по игре. Вообще, чел рандом, кстати, играет. В клубе он играл, и мы сказали, хочешь в матч или нет? Говорю, да. Но он просто не знает, что должно, нужно призовые давать, 3000 с каждого. Наивный парень, конечно. Все, погнали. Все, играем. Напиши лайф. Уже играем. Это у кого респа, тот просто поднимается вверх. У кого респа левая, тот левый пит. Один вверх. Снизу, снизу, слева. Топ-топ. Хорош, Эрик. Убей самого П, пожалуйста. Давай, прицел убей его. Давай! Давай! Ааа! А вот слева. Хорош. Хорош. Че, можно камбэчить? Если будете так же играть агрессивно, а не на базе сидеть, то мы выиграем игру. Да, такое себе. Вот и все, завершилась наша игра. Мне понравилось, на самом деле, прикольно. Слушайте, это вообще новая мета турниров. Зачем играть 5 на 5 всегда, если можно реально разделить на... Аимки 5 на 5, Алики 5 на 5. Да, это прикольно, это реально. Не, интересно было, на самом не, деле. Не, без шуток, это интереснее, чем обычно 5 на 5. Да, вот Шруди 3000 ел, он показал, потому что и Савика хорош, и Саима хорош, и Вкатка хорош. А они все показали, что они везде. Ладно, короче, это было весело, прекрасно. Пойду сейчас раздавать призы. Мы подготовились, большой компания, Сабер. Шок. Очень классные призы. Это раз победитель, это второй победитель, ты третий победитель. Он вообще не понимает, кто вам попал, кстати. Ребята, вы получаете внимание. Вы все получаете премку на Сабершоке, ну кроме... Она всегда у тебя? Вы втроем получаете премку на Сабершоке на 10 лет. Это такие вот дела. Как ее получить? Не доходил до этого момента, не знаю. Свой Steam дашь мне ВКонтакте, я тебе выдам. Короче, всем большое спасибо за просмотр. Это был Мурманск. Через 10 часов у нас вылет в Питер. Всем пока и спасибо за просмотр этого ролика. Это был последний ролик. Ждите влог, он будет, две части будут офигенных. И чтобы не пропустить его, подпишитесь прямо сейчас на канал и нажмите на колокольчик. Это очень важно. Не знаю, сколько будет здесь лайков, но мне понравилось. Это интересно было. Инсайд, скинь материал. Хорошо. Не укради его, пожалуйста. Не украду в этот раз.